Кто будет лутать щит, фазовый оплот? Я буду лутать. Кто будет его прожимать? Ты не будешь. Ебать, сейчас бы даггеры работать начали. РДД, играйте по Центуриону, алё. Ну, чё вообще прикольно тут читать? Пока танк спокойно танк платил област. Ну, да типа не я. Тём, ну куда ты? А я по так танку... там этот, лопасос всех этот фигарит. От Центурионов отошли, иначе подздыхаете. Давай их разведем налево-направо, сверху, да и все. Так, инквизитора забери отсюда. Пусть милишники его убьют, а по РДД под Центурионом играет. Давай так. Сейчас. Блять, меч хочу, он просмотрен. Играйте, милишники, по черепу. РДД играйте без меток, пожалуйста. Ой, какой красивый. Кстати, разрываюсь между тем, чтобы купить либо джетпорный 5, цикпить 2D5, либо сейчас пойти маунта, либо пойти купить себе щит и меч в реалке. Пошли и милики, чем проблема? Зря ты так загрел, Алиса. РДД свечно лишь по Центурионам. Ну молодец, чё, сейчас всех поздыхает, нахуй. Вот и все. По черепу РДД играем. Ну, одного я забрал. Милишники, отходим от Центурионов. Тут мобы вредные. На миликах. Там боевые маги. Ну чё, чувак, как тебе пинка? Не спыльте станка, блядь. Дискон? Нет. Чё, я что-то фпс начал. Походу выкинуть сейчас, блядь. Тёма, тебе надо наручи на ханта? Не, у меня есть. Я же их сваливал. Они что, дешевые? Да, мне там, блядь, недорого. Не до пьяного. Миша, больше ни хрена не падает, блядь, это. На, кстати, медвей можно ли, типа, забить себя на буешку, типа, когда она выпадет, я ее куплю. Какую? Сюрикен на рогу я. Хочу. Сидеть. Он в ЗСК падает. Посмотрим. У нас некоторые его хотят забрать за КП. Единственный сюрикен с РПВ, блядь. Давайте сюда вот этих вначале. Так, Дим, потанкуйте. Я релогнусь, потому что я лагаю. Я Центуриона отложу. Поехали. Я Влади, твоя Центуриона отведу, блядь. Влади. Не знаю, у меня просто картинка виснет, пиздец. С инквизитора заберите маги. Диспел с танка, да? Рипни маршала тоже.
Блин, я сижу, голову ломаю, надо же макро сделать. Заебись, так агро сорвал, блядь. Ты не агро сорвал, маршал просто, блядь, докрутил. Их как бы тоже забирать надо. Я про маршала забыл. Сокрушитель. Вот ты на трансмут его хотел же, правильно? Да. Ну, скары обычки выбивай и трансмут. А что там скары обычки? Шахматы, вот этот щит падает. А. Он другого цвета. Ну да. Ну, так-то он такой же. Не, я знаю, я сокрушитель хочу. Мне щит пофиг. Сокрушитель, у меня есть зеленый топорик тебе подходящий. Нет, оранжевый щит прям. Мне нужен оранжевый. Оранжевый у тебя шэм, пошел на. О господи, я просто... Так, давай подумаем, сокрушитель будет в правой руке, а шэм в левой, правильно? Турбо, попробуй с черепа забрать вот этот дебаф. Да забираю я, мне просто надо бить этих крутящихся. Вой, тебе медленная нужна в правую, а не быстрая. Да это сказки все. Ну посмотришь. Они разве не одинаковые по скорости шэм? Нет. 3,7, 3,4. Но урон у него побольше сокрушителя, чем шэмана. Из-за скорости урон будет такой же. Я думаю, надо ставить правую сокрушитель, я в этом уверен. Алиса, метки твои. Диспел с танка. Так, посол близко тут. Бегай так. У, как маршал кулаками лупит. Сейчас агро сорву на. Хоть заберу. А, точно, надо же скаду включить агро. Диман проснулся к четвертому боссу. Да ну там санхолика не сорвать. Смысл, то экран засорять только в дом. Ну я уже блэд. Обратно спекнусь. Вот дальше мой анхолик нахуй не срался. Кого-то там еще бьют, кого-то. Маршал. Ты Тёма скачал, да? Я давно он скачал. Сам вел сколько. У меня прямая сумма. А ты? На нахуй стан поебал. Юбилейный, идите, да. Юбилейный ты дурачок? Ух, кто-то войда учится плохим словам, нахуй. Я? Молодцы. Войд совращает мальчик. Забирай. Забирай меня. Где? Ты сдох.
Диспелите нахуй. Она по 13 как хуярит. Ни хрена, прикинь, тебе пояс сролила. Половину стоимости отдаешь. Говорят, что он так дешевый, так что нет. Вдруг я себе наконец-то сделаю РДД. Че будем в дешевый? Дешевый, не дешевый, а 4,5. Ролим на мейнспек. Ну вообще топчик. Рульте, рульте. А, у нас за это. Свое кольцо Натан. У нас все свои тут роли только. Так. Если наступаешь, то тогда турбо, там, турбо чермен кидай. Нет, 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 мне не надо, я просто думаю, что не наша роль это. Не потерплюсь. Либи, обмен. Да ну, у тебя кольцо такое же, ты чё? Сокет другой, стата другая там, главное. Ну, там криты меньше. Кольцо. Б. Силы. Какое хорошее кольцо Новара. Как тебе сказать? Ну, типа, на этот Т5, где там все от хосты зависит. Давай, мастер дальше. Просто мастер дальше, просто да. Подонок ждет сапфировое. Хари в аду. Оно сейчас лучше, конечно. 205. Чудесно. Так. Что, команда? У нас 50 минут. Бе. Так, далее по тактике. Соответственно, начинается ивент. Чек на АПК. Соответственно, далее начинается ивент. Будет сначала череп, дальше крест, дальше будет звезда. Блять, нет, пошел нахуй. Да, моя. Дальше будет печенька. И будет квадрат. А, далее. Короче, я танчу череп, я отошла. Короче, ты, блядь, метки не меняй. Что? Череп она танчит. Ой, этого инженера. Далее, соответственно, будем 4 танка, да, Войд? Или нет? Давай подумаем. Или давай подумаем. Турбо, так-то можно. Турбо, ты затанчишь кружок? Магом? Ну, ты конечно. Чё? Нет, нет, нет. Почему нет? Он танчил в прошлый раз. Нет. Здравствуй. Нет, танчил ДНР. Так, будь ты чё? Кружок я одержал. Ну, он кидает в тебя фаербол, он захиливается.
типа 29к фаербол летел, ты чё? Нет, его будет этот бить танк. Беспокойся. Смотри. Дальше. Так, соответственно, череп мы кайтим. Череп приоритет всегда. Череп, если подойдет, ёбнет. Ухните нахуй. Череп вроде фиряет, если мне не ошибает память. Соответственно. Нет. Чё нет? Этот не фиряет. С щитом фиряет. Фиряет. Крест фиряет. А череп что делает? Сало? Череп бегает, меняет цель и бегает. И откидывает. Его на кайтить надо. Соответственно, череп кайтим. Убиваем череп. Ребят, ты микстурыч. Давай, Агрона. Первое, соответственно, Агрона тебе должен. Набиваешь лпхами, бегаешь. Соответственно, его убивает. Дальше. Вылетает крест. Крест будем бить вот здесь. Крест подержу. Я, соответственно. Далее. Соответственно, крест сливаем оперативно. Крест сверяет. Соответственно, шаманчики. Тем и тэпи-то лучше себе поставьте. Бычья голова, мы с диспелом и диспелишь. Далее будет звезда. Печенька. Печеньку поведешь вот сюда. Стараешься. Вести ее. Дадите поставить печеньку. Печеньку, как его? Держит Дима. Дим, ты держишь печеньку ДКшником. То есть, соответственно, по главное, печеньке играет ДДД. Дашь на меня, когда печенька будет. Да, колыкач дашь на пол, по печеньке играет чисто только РДД. Милишники может курить бомбу. Далее будет квадрат. Квадрат будет танчиться вот тут. Когда квадрат активируется, соответственно, милишники начинают играть по квадрату. Дальше, когда мы убьем всех четырех, соответственно, квадрат будет станить, там кидать на минуту, короче, стан. Если подойдут милишники к печеньке, соответственно, накинет дезориентацию, это вайп. Далее, крест фиряет, череп на рандомного человека агрится, и его накатит. Подожди, квадрат еще кидает под себя бомбу, которая шотает миликов. Ну, значит, отходить надо, когда бомбу. В чем проблема? Каст идет. Да. Косноязычие можно на него повесить. Виби, косноязычие повесишь, соответственно, милишники отбегаете от этого. Далее. Соответственно. Они воскресятся вроде все вместе. Или потом поди. Все вместе. А, да, все вместе. Соответственно. Димка, тебе клыкач, ты напуливаешь печеньку на Диму. Дима, берешь. Нагреваешь череп, соответственно, все играют сначала по черепу. Тёма, ты пока его череп ведёшь... сбрасывает. Он не факт, что может меня выбрать сразу. Блять, таунт пашет на него. Нет. Тупо катя, это как соответственно, босс, кайтите. Хата, понял? Соответственно, кайтите, блять, этот нахуй. Череп. Убиваем череп. На кого сагался, соответственно, побежал быстро. Далее, соответственно, играем потом в крест. Крест играют все. Дальше. Ну, мы их разводим, соответственно. Крест в крест, печенька в печеньку, квадрат в квадрат. Играют все в крест. Крест сливаем. РДД начинает играть по печеньке. Милишники начинают бить по квадрату, соответственно, отбегая от бо. Дальше. Когда убьем всех остальных, то всех этих четверых, когда они второй раз станут, появится оружие. Главное отвести это топоры. Иначе нас зауешат. Остальных один. Давай, Димка, выведешь топоры. Мы с Алисой будем набивать агро на этих, как его. На остальных. Okay. Соответственно, ауешим. Убиваем оружие, берем оружие. Дальше. После того, как мы убили оружие, этот активируется босс по истечению времени. Тёма, немножко тебя поправлю. Первая фаза – это мобы по очереди. Вторая фаза – это появляется оружие. После того, как мы убиваем оружие, он воскрешает мобов одновременно. После того, как дается там время какое-то, 3 или 4 минуты. Уже всё, да. Первая фаза по одному, соответственно, да я уже просто не помню, нахуй давно смотрел тактику. Соответственно, дальше оружие, главное, с оружием топор отведешь. Димка. Остальных мы его ешим. Потом разбираемся, то есть по меточкам кайтим череп, убиваем череп,
потом убиваем крест, потом РДД играет печеньку, милишник играет по квадрату. Печеньку, если зальют быстрее РДД, соответственно, РДДшники, свечитесь квадрат. Милишники, если сольют быстрее квадрат, они не свечиваются в печеньку. Дальше. Активируется далее босс. Босс будет кастовать огненные шары, будет на нем Эвинар, будет призывать фениксов. Будет два феникса, соответственно, Дима, я хватану первого, отведу его в правую сторону. Лиловую меточку. Стоп, я на боссе? А на ком ты хочешь быть? За счет Блада, Свекла, Слава. Или ты, Димка, в Анхолике? Или в Бладе? Нет, я в Бладе. Ну все, значит, ты на босс, на босс, Алис. Дальше, соответственно, второго феникса отведешь в трусы. По фениксам никто не играет. Чисто играете в келе. Че там он кидает на первое... так, на... Сейчас. А что, он третьего не призывает феникса? Нет. По крайней мере, не должен. Должно быть два феникса. Прости. Что? Сколько? Два феникса или больше фениксов призывает он? Он сначала призывает одного, потом второго, но за это время должно быть... Да, типа да. Сначала одного, потом второго. Вроде не сразу двух. Ну, я же говорю, по истечении времени. Дальше он третьего будет призывать? Феникс убивается феникс. Он зовет третьего, но где один из них будет мертвым, то есть будет два. Еще раз. Один. Повторите мне, пожалуйста, блядь. Они врывайтесь в стену. Они вызываются по таймеру. Да, то есть там может быть больше двоих. Ага, хорошо. Соответственно, будете сливать одного феникса, потом свечится в келе. Теперь смотри. А тема такая. Когда вы феникс убиваете, он превращается в яйцо. И когда он превращается в яйцо, он откидывает миликов. То есть с миликом на лоу хп, когда он в фазе феникса, надо отбить чуть-чуть. А потом резко надо быстро убить яйцо. А он, просто, он на всех фазах контролит, когда кель. Контроль. Короче, да, он контролит всех, когда появляется феникс, ой, не феникс, лужа, после лужи идет контроль. Сразу же, там, секунду через две. Три как человека вы... контроля. Как вы бьете, а уешите феникса вместе с келем, потом отводите, или бьете феникс отдельно от келя? Феникс бьет АУЕ в мили вроде, или сколько, нет? Сколько он бьет? 2к это мало что, 2-3к максимум. Угу, когда хорошо, выходит тогда... второй феникс, свищивается в первого. Ага. Чтобы всегда был именно один феникс жив. Я тебя понял. Не было больше двух. Если будет третий, он начнет хилоп бегать, порейдовать однозначно. Ну понятно, соответственно, пока играете в босса, пока не вылезет второй феникс. Второй вылазит, это... надо первого. Соответственно, когда вылезет второй феникс, я подведу феникса к боссу, начнете вот этот феникс. А феникса потом... на лоу хп я отведу. Угу, вот и все. Соответственно, миксурка да. Делаешь потом так же, когда я заберу этого. Ну понял, короче. Дальше. Че за лужа? Поражение пламенем? Огонь. Там 3 секунды появляется вроде. Как то на Аларе. Сначала... Ага, все понял. Лужу надо, если короче, выходить. Лужу, ваншот. По контролю, лопосос, контролишь самого этого, остальные также кидаете овцу, ретрики, покаяние. Но не контролит, контроль сбивает посох. Посох не дает контролить только, сейчас скажу точно вам. Посох не дает невосприимчивость к эффектам оглушения, немоты и дезориентации. Так что остальные контроли должны пахать. Фир и тому подобное на контрольных людей. Упор не на миликов работает, вихрь работает на любого. Я по сейчас проверял. Короче, кинжал должен сбрасывать МК, типа роты отбивают, дают тычку, МК сбрасывают. Он тут не пашет, или криво. Он да. Не пашет, да. Соответственно, должны контролить фир, овца и тому подобное. Далее. Когда мы дойдем до 50% хп, он, босс будет нас подкидывать, делать искажение гравитации, ребятки.
Да, он делает искажение гравитации, вы взлетаете все вверх. Если вы спуститесь на пол, вас обратно подкинет вверх. Соответственно, два танка, Дим, мы должны будем подлететь как можно ниже к фениксам, просто держать их. Остальные набирают ренджу, милишники, соответственно. Желательно, чтобы вы набрали ренджу, потому что босс луч пустоты. Так. Луч пустоты. Который, если вы будете вблизи друг к другу, будет перекидываться как цепная молния. Последующий, соответственно, первого не шотнет, второго ваншот. То есть набрать рейндж вам надо как минимум рейндж 10. Между друг другом. Смотрите, по истечению у вас будет искажение гравитации на, под категорией. Будет идти время. Там, я не помню, 40 секунд или меньше. Соответственно, по истечению где-то за секунд до 5 вы должны как можно ближе в рейндже также друг от друга спуститься вниз. Иначе вы умрете от падения. Что еще? Ну еще к боссу сразу нельзя подбегать, все три иначе он шокает. Надо дождаться. Как шоковая преграда? Она сносится тут? Считаем. Она быстро. Да ну, тут 320 тысяч единиц урона и длится 10 секунд. Успокойся ты. Там, если да что, ладно, 215 тысяч глыба прилетит. Главное, чтобы босс обдотан был, и он там сам слетит. Так, ладно. Чек на готовность. Так если череп не контрится, то может пусть третий танк и печеньку танчит? А чё, он не танчит или чё? Череп не контрится, он меняет цель и бегает. Меняет цель и бегает за человеком. Его кайтят и убивают первым. Всегда. Ну, три танка и контроль. Череп должен умирать первым на платформе. Ну да, на платформе или где-то вот там, где два кольца стоит. Он там должен посредине умирать. Хекслол, зайдешь, нет? Так, а я кого из этих мужиков танчу? Так. Что мы будем? Т4 анролить? Чё? Ой, Т5 точно. Ой. Покидай на ролл всё. А чё у тебя только Т5 осталось? Нет. Так, ладно. Чё за... Ну да, Т5 найду. Шо, паладин, разбойник, шаман. А тут все наши, ну? Да. Сейчас буду смотреть. Вообще я, конечно, фельдшера дам, чтобы верил. А, так. Шедер, давай вместе. Что это было, плечи или что там? Плечи. Да, смотрите, как Inno Silence троллит нахуй. Ролим. Паны хорош. Так. Так, воин, жрец, смерти друид. Лопососу надо, да? Лопосос тебя апнет 4 или нет? Надо 4, Т5. Если упадет кель, если вы мне отдадите. Если не упадет кель, она у меня будет лежать. Давай это до мастера, да? Тоже все логично.
если ты не против. Мастер, давай обмен. Если кель упадет, и ты заберешь. Соответственно, потом-то мы робота убьем. Правильно, правильно. Просто заберешь четвертую. А так Вара сейчас апнется в ДПС. Смотри, если скелля упадет, и вы опять отдадите кому-то другому, потом будешь обличение, это будет какая-то лажа. Нет. Не-не-не-не, это нормально. Так. Пояс кожаный. Ну, нужен? Не нужен. Что, за просто так возьму? А, так кольцо кто забрал? Кончилось время там на нем? Да. Да и похуй, выпадет еще раз. Так, а, ладно. Вообще посрать на него, да. Так, хорошо. Как... Че вы тут, сопроты пили? Нет. Еще раз. Ну. Сопроты пили? Алло. Я точно в ДД фласке был. По мне ничего такого не било, потому что мы не переводили нас на пятую фазу. Пойдет или что? Или нет? Нет? Он кинул нас. Нахуй. Так, еще одного башника. Есть кто-то? Я знаешь, что предлагают? Давай за первых боссов ЕП дадим, чтобы потом, если убьем, за этого дадим отдельно. Сколько там, 3 косаря дачи? Не, это хуёво, я закинул. Да, это не имеет значения вообще. И по одинаково. Это не будет никто умирать. Он чё, опнулся, что ли? Блядь, их кикнем пока. Кикни их там с 8-й бати. Так. Он есть юка сидит. А у Baby Drew есть другой спек или нет? Baby Drew. Танк есть. Давай в танк. Ты в ретрик? Да, я в ретрика. Будешь танчить крест. Крест на тебя на пулю. Рыбу кушаем. Машунь зашла? Вот танчик. Она была в прошлый раз, да? До вакилетра. Да. Маш, ты в Дисе, нет? Пока нет. Сейчас зайду. Машуня, зашла, нет? К
только стоим, скучно. Да я знаю. Что траить, чем стоять? Чек на готов. Активацию включу на всякий случай. Все, Маша здесь, отлично. Все готовы? Запускаем. Милики, подходим все к черепу. Первая фаза. Возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля Нора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрона. Готовьтесь! Давай, Джован, не побежал. Шансон побежал. У нас АК. Ну че на месте ты? Так, дальше. Крест напуливаем на бейбедру. Там кто-то с диса вылетел, может кто он. Напул на бейбедру. Хорош. Мазды спал. Не? Это на пол, на пол, на пол, на бейбедру. Жесткий на пол, Роги, на пол, бейбедру. Отлично. А вот так. У меня дистанция плюс. От печеньки отошли. По печеньке играют чистый РДД, Дима, веди. Веди, веди. На пол в этот, в микстурку дали. На пола нет. Пошли, сорвал турбо, смотри. Беги ко мне, турбо, туда, в конец. Плакач, притворись мертвый, блядь, дали поставить! Турбо, к печеньке отойди. Еще отходи, отходи. Да, там по идее нахуй нужен. Что-то лезет не флот. Готовимся пока драться. Склонение турбойс. Так, лопатсос БР турбойса быстро. Потому что не надо вливаться сразу. Надо дать поставить. Подойдет же. Он пламя кинул на него, его надо бы жестко прохилить. Милики отошли. Вот и все. Отошли милики. Отошли пока что. Турбо пробафали. Турбойса пробафали, фу. Бьем. При кости отходим. Красноязычие. Друль, подходи сюда, ловить пушки. Отошли. Ближе. Отбежали. Ленар прохил. Отлично. Вторая фаза. Ставимся в фазу оружия. Топоры уведи. Главное, топоры. По остальным мы уешим. Посох подтяни.
Че делаем? Печеньку я, танчо нет. Да. Оставь... Как его? Веди ее просто сразу. Посох притяните, что ли? Давайте быстрее минуту до активации. Мазн спел кочегова. Череп заливайте сейчас, потом РДД в все печеньку. По черепу, как я без один хил со мной. Все по вот этому, где звезда стоит, готовимся. Несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Лейный побежал. Узер побежал. Маша побежала. Побежала. Не к печеньке. И не к квадрату. На микстурке. Сейчас откинет нахуй. Пана прохил. Турбо побежал. Начали не туда бегать. Ну, потому что нужно было убивать его, блядь, на Йом. Платформе возле бота. Кому БР? Фельдшер. Фельдшер побежала. Клыкач пока побежал. Нет. Простите. Да, падаем. Подошли все ключи. Зачем вы бегаете нахуй, хуй знает куда, блядь? Хорош рваться. Смотрите, падаем. Еще раз, кто не помнит. Да, да, падаем, стоп, фил. Надо катить на платформе. А, там еще и шансонг вылетел при пули, да? Он что-то две доты кинул, пытку изанул и все. У меня свет при поле просто вырубился. Да я уже в игре, я жду, пока вы вайпитесь. Встаньте, стойте на месте, пожалуйста. Не надо прыгать, бегать. Умерли по-быстрому. Все. Череп. Шкаф. Мастер, стой.
оружие нормально поставьте, это пропадет. Шкаф кликаем. Выпадает пуло. Панель его вынес еще в прошлом рейде, что если что тыкнуть сразу. Нет. Пинду Бер, давай резко. Соответственно, ребят, повторяю, череп кайтим на вот той платформе, где стоит кейс. Сюда не бежим. Отбегаем все в платформе. Забежали, если сюда, пробегаете по окружности и побежали вот так вот. Так. Один, не подходи, запусти. Так, как его? Пан готов? Все готовы? Еще раз оденьте все свои оружия. Это сейчас пропадет при пуле. Давай запустим сразу. Пускаем. Сила. Мои люди без них не могут. Это зависимость. Активация через 21 секунду. Шреддер, иди сюда. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля Норе. Оденьте оружие, а то бить не будете. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Фельдшер побежала. На них дискорд. Пан побежал. Пан, беги. Нет. Пана прохил? Ну, в лоссе. Да, вообще улетел. Лопасос после этого убийства резни пана, пожалуйста. А, ФКД. Маша, резни пана. Крест на пол, пожалуйста, на бейби-дру. Он за столбом. На бейби-дру напулили. Да стой пока тут, нормально, ничего. Даже не отводи. Вперед, отводи. Отводи, 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 отводи. Турбо. Более-менее норм. Печеньку сразу веди на печеньку. Дали сначала поставить, ребята. Дали поставить, не дамажим. Беги, Дим. Не дамажим, дали поставить. Даже доту не кидайте нахуй. Иначе сорвете сейчас.
Так, на турбо даю сальву. Где этот? Турбоси, метка. Похильте. Похил. Выба была. Я дал ему божественное. Ну, этот каплю. На Маликете. Маликет. Бабло, что ли? Джованни, прохитьте. Лично. Милики, сразу не подходите к нему. Там больше ничего секунд. Отошли, отошли. Отошли от него. Идем. Дай бедру, давай, блин, стоит тут оружие шлать. Бомбы отошли. Что со Шредером? Оружие. Мазда спел. Дим, дай прожиму. Посох гризли. Юбилей, не притяни посох или лук. Маз диспел. Подтягивай посох. РДД, сыграйте по черепу. Танки по своим позициям. Готовимся по черепу играть. Фаза через 10 секунд. На первого этого. На давай того, сразу дадим первого. Геру дали. Эльрей. Лукач. Юбилейный. Бычья голова побежал. И в ту сторону. В платформе. Ладждан. Микстурку. Микстурку прохильте. Один хил. Пошел на микстурку. Простя. На тебя бежит он. Чупакабра побежал. Алиса умерла. Лопасос, иди Берни. От квадратика отошли. Кайтите его. Алиса, иди перехватывай. Пробафали Алису. Восприму чуть кто. Алло. Набирай игру. Все по кресту играем. Алиса, ты эту зеленку прожимать не забывай. Тотем и трепета шамана поставьте, чтобы снималось. Агро, агро.
Агро. Кто, блядь, на него? Кто-то боб на друида кинул. Да, уже признались, кто. Аккуратней, малипет. РДД, пошли в печеньку играть. Отлично. Милишники в квадрат. Сальво по турбе. Бомба 5 секунд. Пошли. Пятнадцать секунд до фазы. Бои бедро заберешь босса. Эй, плохо. Оглушение, шо, сука? Так, лопасос, Вейри, Эльрея, есть? А, вижу. Маша 2.15. Бейби дрот, води. Выкиль-то. На. Ложимся. Че у меня, блядь, с этой кухой? Хуйня. Да вон, видишь? Да ваншот. 17 минус 4 2. По ШП, это с учетом 15% урона. 17 минус 2. Лук сейчас босса спулит на. Энергия, сила. Пойди. Без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Блин, солнце ушел. Можете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаленоре. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада там. Вибби, давай я тебе объясню, в чем сложность отбегать. Он кидает стан, блять, который не диспелится. Смекаешь? Это РДД должен пост кидать. Толку кидается. Играйте. Да. Бомба нахуй под этому, блядь, пропала. Я успел отбежать, нахуй, но большинство не успели. Да. Чё? Вложение будет завтра до закрытия. Пойти за С. Триню пароль. Давайте завтра за С закроем троих боссов или сколько там, блядь, и идём сюда нахуй травить. Можно так сделать. Тёма, ты забыл триню пароль, чё? Я Господи, умрите вы уже, ёб твою мать, мы сидим, ждем, уродцы, сдохните уже. Да, за мат, извините. Да, буду. Давай, ресы, я сейчас разролю. Так. Тренинг по ролям. Че, больше никого не надо? Вибби выиграет. Вибби, по идее. Вибби, мен. Эх. Жаль. Жаль. С этого царя.
Сколько там? 5-8-3 вроде за них. Да, 583. Посох. Анролю зап. Белень, интересно, что завтра, не теряйся. Если будет время. Давай обмен мечугал. Кому из наших на? Шейдер обмен. Получше ли чё нахуй? Ну, не сказать, что получше, он интереснее. Здесь он более такое... нервотрёпки больше. Оружие, кстати, говно тут. Вы вайши не траили, блядь. Там вообще пиздец. Какое? У вайши веселое. Какое оружие говно? Я вот сейчас-то фурик один. Лапа, вообще... лапа, где? Вообще кайфово было. Да ко мне в Долоране подбегай. А чё, посох за 100% хило? Да. Юки ЕП будет? Так на хила посох, ёпта. Ёпта, это, блядь, крепость Ока, блядь, и этот нахуй. ЗС, ребят, очнитесь, ну, нахуй. Говно, нахуй. Этот посох дает 500 хп больше, он ничего не делает. Какой посох? Вот этот астральный. В смысле, легендарный? Какой легендарный? Я хоть не видел. Легконите. Астральный. Посос ты где? Той, блядь. Это то же самое, что на мне, только еще 500 хп. Стой на месте. Типа на 50 стам и больше, что ли, или что? Ну да. Это жирно будет. Ну, силки не надо будет перекидывать. Нормальный посох. Это... на эрдружку, да? Не идет этот посох, если ты... на эрдружку. Да и на эрдружку нахуй не идет. Да, блядь. Вообще да. Нахуй не. Да вы нубы, ничего не понимаете. 10%... Травма на эрдружку идет. 10%... Блин, у мастера все ни на кого не идет. Надо его за 10% отдавать, 155 гп. Да вы вообще нахуй дизел, блин. Хочешь убери. На ДЦ еще более-менее зайдет. Я бы всем за ДК потанчу. Тух, ну все же. Маша там Юка спрашивает, ЕП какое начислять? Да, сейчас начислю. Так. Ну мы же получили уже, получается, 4200. Все. 3200. А, 3200. Бать ты медведь в пизде по органу. Выше меня. Ух, блядь, вы ноги, сука, упали нахуй. У нас сейчас самый крутой шмот это Т5 считается, потому что он там новый, потому что он имба есть и так далее. Он 1200 стоит. Хилы танки все по 10 лутают. Ну и остальное, что там из дорогого, это пухи какие-то. Не, ну треньки, блядь, это за 10%, это уже прибавно. Нет, насчет треньки, короче, в Рокваре стоит этот... посмотрим, какие там треньки. Протопалов 4Т5. Зависит от того, какие там треньки. Может быть... танковские, хиллские, ДДшные. Может их и за фул сделать. А остальное весь шмот можно за 10. Просто порешаем, за фул, наверное, треньки будут и все.
сука. Почему сумка закрывается? Турбыч, ты чё? Кстати, слышь, Турбо, ты тут? Чё-то зависло всё. Турбо, ты тут? Прости спрашивает, воронки где анролятся? Прости? Пока мы в не в гиры входим, они ролятся. Дальше потом она на тебя будет 5. На метасоке ты пропадаешь. На развитие ты 5 будет.